Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Пышная укладка стала неотъемлемой частью образа певицы Аллы Пугачевой. В одном из интервью примадонна говорила, что хотела бы убрать волосы назад, однако сделать ей это мешает форма подбородка. Но, как оказалось, звезда была честна с поклонниками не до конца. Десятки лет знаменитость водила зрителей за нос, появляясь перед ними в парике. Главный секрет Пугачевой предали огласке в новом материале издания «Комсомольская правда». Выяснилось, что исполнительница с самого начала своей карьеры предпочитала не делать укладку, а использовала уже готовые локоны. Дошло до того, что в 70-е на Мосфильме открыли специальный цех, где шили парики для примадонны отечественной эстрады. Об этом в свое время заявил ныне покойный супруг артистки Александр Стефанович. Любовь певицы к парикам и шиньонам он объяснял тем, что это было не только модно, но и удобно. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.